Позади беззаботные годы, проведенные в стенах школы, впереди начало взрослой жизни. Последний звонок – одновременно радостный и грустный момент для всех выпускников. 11-классница Валентина Ильющенко признается, сдержать эмоции крайне сложно. В 15-м лицее «Химок» она проучилась все 11 лет. Очень приятно было учиться в школе, в которой учились мои родители. То есть моя мама окончила эту школу. Некоторые учителя продолжают учить и меня. И надеюсь, что мои дети также будут учиться в этой школе. Сегодня тут присутствует наш первый классный руководитель. Мы ее очень давно не видели, сегодня очень рады были ее встретить. Это новая ступень в жизни. Выпускникам предстоит сдать единый госэкзамен и пройти вступительные испытания. С напутственными словами к тем, кто навсегда покидает школу, обратился глава «Химок» Дмитрий Волошин. Учителя вас уважают, любят и всегда ждут. Поэтому школу не бросайте, не забывайте и обязательно в нее возвращайтесь. Ждем, что все дети выучатся и вернутся работать к нам в «Химке». Мы стараемся, чтобы город был с каждым днем все лучше. Не уезжайте, оставайтесь работать в родном городе, и мы будем вам в этом помогать. Белые банты и школьную форму в этот день ребята надели в последний раз. Для выпускников звучит их последний школьный звонок. В 15-м лицее «Химок» попрощались со школой 50 выпускников. Теперь они – будущие абитуриенты. Выпуск очень творческий. Среди них есть дети, которые являются победителями Всероссийской олимпиады школьников. И мы надеемся, что те дети, которые готовы получить медали первой и второй степени, подтвердят качество своих знаний. Всего же 20 выпускников этого образовательного учреждения – претенденты на медаль первой и второй степени. В их числе выпускницы Камила, Софья и Варвара. Девушки также победительницы Всероссийской олимпиады школьников. 11-классницы уже определились с профессией, с которой свяжут свои жизни. Конечно, очень волнительно, но в то же время приятно. Все-таки уже начинается взрослая жизнь, и это такой большой праздник. Я буду скучать по школьной атмосфере, по звонкам, по переменам, когда все бегут, это суматоха. Я знаю, что я найду новых друзей в университете, они у меня уже там есть. Но все-таки ребята, которых я встретила в школе, они особенные. В 2024-м в «Химках» последний звонок прозвенел для более чем 4000 выпускников 9 и 11 классов. Торжественные линейки прошли в 26 образовательных учреждениях. Это тот праздник, который не повторяется никогда. Его невозможно повторить, поэтому это всегда такая особая атмосфера. Такая же, как 1 сентября, первый класс. А это уже 30-я школа «Химок». Здесь последний звонок прозвенел для 33 выпускников. Выпускники нашего образовательного учреждения – это талантливые, невероятно талантливые дети, которые уходят с определенным багажом знаний из нашего образовательного учреждения. И мы уверены, что все те знания, умения, навыки, которые мы прививали все это время нашим ученикам, они, безусловно, пригодятся. Последний звонок – это праздник с оттенком грусти, который останется в памяти навсегда. В детстве всегда говорили о том, что школа – это второй дом, и только, наверное, когда стукнул последний звонок, реально понимаешь, что это так, что люди, которые тебя окружают, стали уже твоими братьями и сестрами, учителя уже как вторые родители, и это грустно. В школе все происходит впервые, в школе мы учимся всему, и первая любовь, первые друзья, все происходит здесь, и с каждым годом ты осознаешь то, что люди становятся тебе только дороже. Это волнительный день не только для 11-классников, но и, конечно, для родителей, первых учителей и классных руководителей. Особенно трогательным праздник становится для всех, когда ребята танцуют свой прощальный школьный вальс. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров, Вильфред Димковский, новости «Химки ТВ».